короче, текст и аудио тут сделаны с помощью нейросетей. Получилось очень странно, но забавно. Наслаждайтесь, если у вас это получится. Буханки хлеба, голубь жил. Он не знал, что он тут лишний. Его никто не замечал, пока он мирно не зачал. Но вдруг однажды утром ранним голубь заметил, что что-то не так. Буханки запах странный появился, и голубь понял, что-то произошло. Он начал искать причину, но не мог понять, что случилось. Вдруг он услышал шум за стеной и понял, что это была его судьба. Голубь не жил, что должен здесь думать, чтобы узнать, кто его враг. Он вылетел из буханки, скачил ночь и приготовился к бою. И был он уверен, что обидел стоит человек с ножом в руке. Голубь замахнулся крыльями и бросился на врага, оставив его без сознания на полу. Так голубь победил свою судьбу, а человек понял, что не все герои, те кого